Всем доброе утро. Будем завтракать сейчас кофе. И... Кофе кончился. Кофе кончился, мне не кончился. На папиной кружке кончился. Сейчас засыпает машинку. Сосиски и доедаем оливье. Все доедаем оливье. Я не хочу оливье с утра. Я буду кофе и вот такой вот зефир. Люкуля, откроешь? Да. Это нам еще на Новый год дарили запасы с Нового года. Миланка уже покушала кашку. С нее Данки день рождения. В 3 часа идем в кафе. В смысле, в 3? А, куда? А, не в 3, в 5. А. В 5, да. Все, подрасчитала к 5, а нам сразу 3. Да. Ну и хорошо, Савушка. Я монтирую видео здесь. Недосып. Песня ночью помешала, да? Нет, у нее насморк. Да. Сейчас, кстати, Милашка, еще капнем. Вот этот вкусненький, да, по-моему? Черничный. Я не помню. Да. Вкусно очень. Зефирка. Здесь апельсин, зеленое яблоко, черника, клубника. Вот черника, да, вот этот вкусный черника. Нам сегодня еще с Ликой к стоматологу будем делать снимки, да? О, не снимки, а снимок. А, снимок, да? Мне кажется, надо просто сфотографировать просто. Я тоже так думаю. Ну да. Именно фотку, простую фотку сделать, чтобы увидеть, сравнить, понять. А почему она там время... тогда не сделала просто? Почему мы ходили? Да, на... Ну, сейчас именно сравнить, что, как получилось, чтобы правильно... 2 месяца уже прошло. Нет, ну а мы тогда снимок делали вообще в другом, помнишь? Это был не снимок. А нет, что это было? Здесь снимок делали. Здесь она показывала на планшете нам ее зубы, все, просто фотографии. Да. Да. Я еще у окошка. А мы что тогда делали другое? А там делали рентгены и так далее. Ну, в общем, да, мы затем сделаем снимки. Я туда. Марсель, что там было? Надо все как бы сделать по всей, потому что мы на дни опоздать на задний маникюр. А еще мне нужно успеть сегодня сделать маникюр. Ну что, Лика делает маникюрчик, готовится к празднику. Так. А я хочу открыть вот этот набор. У меня закончился маленький скраб. Я надеюсь, что это моя коробка. Просто у нас одинаковые коробки. Это моя коробка. Я так думаю, что это мой наборчик для меня. А вот это вот я приготовила сестре. Подарочек. Такая же, да, коробка? Видите, да? Это не то! Это не то, подожди. В твоей должно быть 3 средства. В моем, у Лай, в Ленкином. 2. Это Ленкин. Это Ленкин. Как ты смотрела в ту коробку, я не пойму. Я не знаю, там тоже 2, я не понимаю. Посмотри, чтобы это точно было Ленкин. А как мне посмотреть? Написано, что это ночной. Ну вот, ночной, дневной. Солнышко. Ну все. А что это ночной? А, нет, вот, дневной. Дневной и ночной. Ой, я не могу уже. Конечно, все очень красиво, но это шарики по всей квартире, если честно. Короче, Лика, тебе надо будет обратно все это красиво завязать. Я тебя поздравляю. Так. Я открываю. Уже точно, да, мое? Сейчас раз. Ну, конечно, мое. Ты что, не видела, что здесь 3 средства? Нет, не видела. Вот не увидела. Ну, посмотрите, как красиво все это. Посмотрите. Какая же прелесть. Так, в общем, здесь у меня что? Это ночной крем маленький. Я уже забыла. Это вот скраб. Это скраб. Скраб-гамаш для глубокого очищения, для нормальной и комбинированной кожи. Экстракт лимона, зеленого чая, масса чая и масса черного тмина. Представляешь? А также вот это что? Это, наверное, дневной, да? А, это маска. Это очищающая маска с голубой глины для нормальной и комбинированной
кожи. Здесь, смотри, отвар шалфея, лаванда, масло чайного дерева, глина, цинк, голубая глина, масло черного тмина, масло шалфея, лаванды. В общем, сейчас я буду делать скраб и вот эту масочку. Да-да. Вот был маленький скраб-пробник. Мне понравился очень. Но это был другой скраб. Там был, по-моему, с папайей, да, Лика? Да. Маленький. Папайя. Да, это другое. Тот мне очень понравился, он у меня уже закончился. У нас сейчас только час дня, уже на улице темень. Я же даже испугалась. Думала, что все, мы забыли, проспали. Так, вот такой скраб. Косметика очень нравится. Натуральная. Ой, пахнет обалденно. Сейчас пойду сделаю скраб. Так, и вот такая вот масочка. И сделаю еще маску. Время позволяет. Почти что 2 часа. Ну, час без 22 вообще. Нам же во сколько? Нам надо будет... 4 выходим. 4 выходим, да. Нормально. Эту маску сколько держать? Минут, наверное, так же. 10, как все. 10-15 минут. Но я, по крайней мере, буду... 10-15 минут. Так. Убираем лишнее. Такая масочка. Ну, тюбики с пленкой. Да. Вот так вот выглядит. Ну, в общем, голубая глина. Сейчас сделаем. Так, мне интересно, сколько ее держать по времени, эту маску. Я люблю такие маски разные. Скрабы люблю. Скрабы вообще обожаю. Так, маска на основе твара целебных трав, голубой глины. Тут, в общем, куча-куча разных масел. Очищает глубоко поры, обеспечивает детоксикацию, минерализацию, кислородное насыщение клеток кожи. Предотвращает появление угревой сыпели. Кстати, тебе можно. Устраняет воспалительные элементы, придает матовость, однородность и сияние кожи, улучшает цвет лица, помогает сохранить природную красоту, свежесть и здоровье кожи. Так, значит, наносим маску на 15-20 минут. Затем смываем большим количеством воды. Использовать 1-3 раза в неделю. После глубокого очищения кожи скрабом. То, что я и говорю. Так, все, пошла, сделаю скрабик и потом масочку. В общем, мы уже были у стоматолога, задержались. Планировали побыстрее, конечно, освободиться, но там Лики нашли еще небольшой кариес. В общем, сказали, что лучше его сделать, так как на нижней да, челюсти. Стали вас ждать с папой. Так как там будут замочки и. Замочки? Да. И нужно сделать, в общем. Как раз принимал этот врач, который нам чемонтирует зубы, и мы записались. Вот сделаем зуб, и как раз потом будем устанавливать уже брекеты. Сейчас сделали Лики слепок, я думала, будет просто снимок. А, ну, наверное, что-то я не расслышала. Что-то пошло не так в этот момент, когда я договаривалась. В общем, делали слепок. Так что, ну, вроде ничего, да, тоже, она даже спросила, вот ортодонт говорит, а вы еще и верхнюю челюсть чистили? Я говорю, нет, нижнюю, ну, говорю, она так пробежалась там где-то что-то, ну, в целом нет, ну, молодцы, да, вот так, такая, молодец. Это даже хорошо, да, так, Лика, когда хвалят, еще хочется лучше, да, до дыр будем стереть зубы. Да, просто даже привычка, это останется на всю, конечно, жизнь. Конечно, да, многие зубы. Даже... Ты не сможешь больше, не почистив зубы, например, выйти на улицу днем. Сейчас ты после каждой еды там чистишь, да, 5 раз в день. Да, полощи чистит, ёршики, мёршики, в общем, да. И я даже читала в комментариях, многие так и писали, что потом вот эта привычка остается, и уже только и ходишь, полощишь после каждой еды.
И даже многие с ёршиками не расстаются, так и вот чистят. А ёршики для чего? А ёршики между зубами, многие нитками не хотят, ёршиками. А ёршики между зубами, они особо не проходят. Не проходят? Ну, не знаю. У тебя же не такая дырка, как ёршик. Ну да. Не, ну я ёршика на самом деле... На самом деле я ёршиком вообще никогда и не пробовал, что это такое. Это именно вот между брекетом и зубом? Специальный такой инструмент для брекетов, наверное. Ну, в общем, я не это читаю. В детстве ёршиком бутылки чистил из-под молока. Ну, понятно. Поэтому ты такой ёршик и искал, да, когда да, мы помните, ликер раньше выбирали? Были бутылки такие? Слушай, а что у меня попа горит? Это что такое? Думаю, не понимаю вообще, что происходит. А ты включил? Мне замораживается. Замораживается? 3, 2, 1. О, теперь точно на день рождения, да? Я расскажу, всех есть. Да, с тарелки все. Вы мафия. Все тарелки. Я еще. Кому надо? Я не умею. Одно не хватает. Научим. Давайте за Данку. Донос. Дан, за тебя, с днем рождения. Днем рождения. Давайте все поднимайтесь, что там. Попейте еще раз. Давай тебе сока надо. А я этого. Подожди, Викуль. А ты что, шампанское? Ты не за рулем? Тут машина стоит. А, Ликуль, дайте нам сока какого-нибудь. А как же ты не выпить? Ой, девчонки там вовсю. Ты мне чуть-чуть нальешь? Я имею в виду соус. Девчонки дальше играют в мафию. Так мафиози один был, да? Да. Лен, дай еще одну это Миланке тарелку. Всем хватило? Вот это. Смеши меня! Да ты все равно глупая. А как я буду внутри засекать? Потому что нужно было вначале смотреть, а жить. Ебать, ты умная. Да, я знаю. Да, надо. Такая тишина. День рождения, вроде. Грусть, печаль. Постарела Данка, да? Да. И физика, и биология. Не, физика нормальная, биология тоже. Не люблю. Да химия тоже нормальная, химия не такая сложная. Для кого? У вас есть отличник по химии? Да. Одна. Тормоза. Катя, вы что? Нет, три. Да. Три. С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Так, кто? Давай ты. Ложки-то есть? Ты готовила речь? Давай. Только. Ты, может, свечки вытащишь? Я искала. Со свечками вкуснее. Каждому по гулять. Нет, это маленький. Какого-то аппетитненький тортик. Ну, не знаю. И красивый. Вау! Так. А где там мафиози? Почему? Мы тоже играем в мафию. Наш столик. Дайте мне сумочку дайте мне. Мне тоже надо поснимать. Главное эмоции. Эмоции не проявляют. Что, Милош? Нет, я тебе не буду. Нельзя, все. Все посмотрели. О, да. А, смотри, какая. Засыпает город, ребят. Все спят.
А кто-то не спит. Мама. А. Ой. Все уходят, а мы спим, главное. Не знаю, куда все уходит. За кем-то, да? Куда? Дана точно не домой. Дана не выйдет. Все готовы? Да. Засыпает город, наконец-то. Он засыпает. Мы засыпаем. Засыпает город. 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 Спим. Все спим, спим. Просыпается мафия. Вы выбираете жертву. Кто умрет этой ночью? Я вас поняла. Засыпает мафия. Просыпается доктор. Доктор, ты даёшь. Вы выбираете, на кого вылечить. Я вас поняла. А доктор наугад, да, выбирает? Да. Конечно. Красиво. Разумеется, детектив. Вы выбираете человека, а я говорю, это мафия или нет. Разумеется, город. Стой. А кто называет? Нет. Ну так он есть. Он есть. Следующей ночью. Следующей ночью. В общем, мафия решила убить Лику, но ее спас доктор. Я тебя спасла. А ты откуда знала, что ее надо спасать? А ты типа интуиция или нет? Ну вообще меня тоже знала. Кто мафия? Ты типа узнал, что вы мафия? Кто? Какой детектив? Я так понял, это он меня, это он меня. Детектив. Теперь вы мне дожить, жители голосуют, кто мафия. Подожди, а меня спасать? Мы всех попалили. Все, я пошел за гипнотом. Ты это тебе кто сказал, что он мафия? Он мафия, он. Он. Я говорю, это он мафия. Да меня уже спалили. Да он мафия. И вас убивать? Открывайте карту. Это нет, это не я тебя убью. Карту скрывай свою. Да, это мафия. Вот ты. Нет, я тебя не убивал. Я даже подушку подставил, чтобы тебе мягенько было. Да, я телохранитель. Наш влог сегодня подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до завтра. И всем пока-пока.